Откуда они берутся-то, ребятки, вы только посмотрите. Так, брокколи, давай бей, 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 бей. Посмотрите, сколько зомбиков, ребятки, идет. Вот это да, вот это пошла игра, ребят. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Привет, привет, дорогие друзья! Ну что, соскучились за зомбиками? Ну что ж, давайте все-таки в них поиграем. Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И мы приступаем к игре. Так, ребятки, ну что ж, давайте пойдем перепроверим наш сад. В прошлый раз мы тут посадили кучу всего. Давайте, собственно, с вами соберем все, обновим до лучшей версии. Вот даже ежик здесь есть. И таким образом пойдем мы с вами. Так, 30 этих у нас нету. Пойдем назад. Потом, когда мы насобираем еще растений, мы перед выходом обязательно с вами, ребятки, насадим самых лучших растений, чтобы в следующий раз было еще больше. Так, ну что ж, дорогие друзья, 8 уровень зомби против растений. Давайте перейдем и посмотрим, что же нас здесь ждет. Ребяточки, вы только посмотрите на этих зомби, что же нам надо делать? Бобры готовы? О, ребята, это супер уровень, такой прикольный в натуре. Так, вот эту штучку брокколи нам надо поставить прямо перед зомбиком. Так, надо сначала узнать, где он идет. Ага, вот они. Пускай бьет их. Так, все, второй брокколи, ребятки, здесь. Ага, здесь мы, ребятки, поставим бомбу. Ага, здесь поставим вот такую штучку. Капусту, ребята, чтобы сдул. Давайте сюда поставим, пускай сдувает их. Так, отличненько все вроде бы, я так думаю, дорогие друзья. Посмотрите, как бьет брокколи, круто. Так, ребятки, отличненько, ставим орешек. Здесь ставим, ребятки, вот такую штучку. Здесь брокколи пускай бьет зомбика. Так, 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 подождите, вот идет зомбяк. Надо его сдуть отсюда, во чтобы его не было. Вау, ребята, вы только гляньте, сколько их. Давай, брокколи, мочи, мочи. Вы только-только посмотрите, сколько их пришло. Так, ну что ж, давайте будем их потихонечку уничтожать. Этих злых и нехороших зомби. Вау, постерегись. Бомбы, бомбы, бомбы. Пошли из тыкв, ребята. Тыквы все-таки, видите, помогают нам решить эту проблему, ребятки. Так, надо тыщ-тыщ-тыщ, брокколи, пускай валит их. Так, ну что ж, ребяточки, все круто, 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 круто. Так, ребята, здесь две волны, стоит не забывать об этом. Потому что две волны это реально круто, очень-очень серьезно, ребят. Так, еще один, ага, тух-тух-тух-тух-тух, бой пошел. Давайте брокколи, 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 брокколи здесь поставим, что ли? А куда же брокколи-то поставить-то мне, а? Ага, ребята, у нас есть лопата, мы сейчас выкопаем эту штуку. Пока они кушают эту, мы можем, ребятки, сдуть их всех. Вау, ребята, реально, мы всех сдуваем, вы только посмотрите, вот это круто. Вот это в действительности, ребятки, круто, ой-ой-ой, откуда они берутся-то, ребятки, вы только посмотрите. Так, брокколи, давай бей, 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 посмотрите, сколько зомбиков, ребятки, идет. Вот это да, вот это пошла игра, ребята, вы только посмотрите. Я не ожидал, что до такой степени это будет реально, реально, реально мочило вот такое, ребятки, вы только гляньте. Так, надо убивать всех зомби, потому что их довольно-таки много. Я не думал, что их будет так много, ребят. Но они все-таки меня, видите, пытаются побороть. Но мы, ребятки, видите, не сдаемся и стоим здесь с вами до последнего. Так, ну что, пока все идет, ребятки, по плану, вроде бы. Давайте этих зомбиков... О, берем горшочек, мы его посадим, отлично. Давайте этих зомбиков мы с вами улетучим. Все, они улетели. Давайте этого зомбика побьем здесь. Так, вот этого зомбика тоже давайте побьем. Так. И кого нам осталось замочить? Ага, замочить нам осталось этих. И надо ветродуя поставить, пускай сдует их, ребятки. Все, ветродуйчик нам, ребятки, помог, собственно, тем, что он сдул немножко то, что нам на самом деле было не нужно. Вот, ага, ту-ту-ту-ту-ту, брокколи бьет, ребята. Вы только посмотрите, какая игра, какая тут война идет у нас. И мы абсолютно с этим ничего не можем, ребятки, поделать. Вот это реально круто. Так, вот это реально, ребятки, я понимаю, она. Так, ребятки, ну что ж, приближается, ребятки, вот ветер. Мне говорят, что идет большой ветер. И чтобы я готовился к тому, что зомбики будут все-таки наступать на полную, дорогие друзья, я все-таки, так сказать, приготовился. Так, откуда еще их сдуют? Ага, вот. Все, сдуваем отсюда вот так. Здесь можно поставить мочилово, пускай бьет этого маленького зомбика. Пока тот в отставке. Отличненько, отличненько. Здесь вот так вот. Здесь мы поставим, ребятки, вот так вот второго этого.
Орешка. Так, и у нас есть, ребятки, один пулемет. Давайте мы сейчас на второй волне. У нас один листик есть, который прибавит нам пулеметов. Давайте на второй волне мы с вами воспользуемся этим. Так, ну что, ветродуйчик, дуй-то. Чё ж ты не дуешь-то? Ветродуй должен дуть, ребята. Иначе он бесполезен вообще. Я так думаю. Так, ребяточки, ну что ж, последняя волна зомби. Вы готовы? Вы только посмотрите, какое сейчас будет вообще мочилово, ребяточки. Воу, фу, смотрите, воу, бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Вот это война, ребята, по всем фронтам. В тылу врага бью я всех, ребята, зомбиков. Вы только гляньте, как я их уничтожаю. Вот это другое дело, вот это я понимаю правильно. Так, здесь мы поставим бомбу, здесь мы поставим ветродуя, пускай сдувает их всех. Так, ну что ж, ребяточки, пока все идет отлично. Пока все идет по плану у нас. Так что, так сказать, ребяточки, осталось нам совсем немножко, и мы пройдем этот уровень. Так, ну что ж, отлично, ребяточки. Посмотрите, как мы выигрываем эту замечательную игру, дорогие друзья. Круто, круто, все круто. Так, 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 давайте, наверное, выкопаем одну эту и поставим туда брокколи. Пускай готовится к бою, потому что сколько можно ждать. Так, этого давайте сдуем немножко. И поставим второго брокколи, пускай его бьет. Так, ну все, отлично, он сейчас его замочит, ребятки, и останется у нас один зомбик. Вот он, видите? А, два зомбика, вот они. Вот, давай, 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 эти зомбики сейчас умрут. Ура, ребята, мы победили всех зомби. Круто, круто, все круто. Ого, я опять получил, ребятки, вот такую вот накидку в виде саблезубого тигра, которая называется на зомби-голову. Вот это да. Так, ну что ж, ребяточки, погнали. И у нас здесь в середине денежка. Забираем эту денежку, дорогие друзья. О, у нас есть вон, ребяточки, посмотрите, какая штука. У нас уже четвертый уровень вот такой штучки, вот такой штучки. Отлично, но у нас еще оно все не открыто. Нам нужно за денежку его открывать. Так, ну что ж, дорогие друзья, отлично, этот уровень пройден. И мы с вами, ребятки, переходим ко второму уровню и посмотрим, что там. Так, это был восьмой уровень, а мы к какому дошли? Давайте с вами посмотрим. Так, ребяточки, мы с вами дошли до уровня следующего, до 10. Так, ну что ж, берем вот этого, я так думаю. Давайте возьмем бомбу-вонючку и давайте, наверное, возьмем... Так, 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 мы сейчас с вами посмотрим, что у нас здесь. Так, а что у нас здесь есть? Угу. Это разморозка у нас, да, я так понял? Ага. Так, давайте с вами возьмем. У нас еще два предмета. А здесь сколько стоит купить? Ага, 2000 рена у нас не хватает. Хорошо, давайте мы с вами тогда купим. Поставим еще, наверное, орешек обязательно. Бомба-вонючка у нас есть, так что нам нет смысла покупать другую бомбу. И давайте возьмем, наверное, ветродуй можно взять, который будет сдувать их. Или в этом уровне он недоступен нам, ребята. Ветродуйчик. Да, ветродуйчика здесь нет, ребяточки. Ветродуйчика тут нету. Ну, давайте возьмем с вами еще ежика за 100. Ну что, погнали, ребятки. Погнали, 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 погнали. Так, 3, 2, 1, сажай. Все, ребятки, сажаю, сажаю, потому что, ребяточки, выиграть хочу. Чем больше, ребятки, я выигрываю, тем больше мне хочется, ребятки, играть дальше и дальше. Спасибо, что вы, ребяточки, со мной, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, дорогие друзья. Мне очень приятно с вами находиться. Ребята, вы только посмотрите, сколько в этом уровне волн зомби, аж 3 волны. Вы просто не представляете, как мне будет тяжело с этим справиться. Но я думаю, мы с вами, ребята, сильные люди, так что у нас с вами не должно возникнуть проблем в этой сфере. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. Так, давайте ставить по всем периметрам горохострелы. Пускай плюют в них своим горохом потихонечку. А мы будем дальше, ребятки. Вон едет на страусе. Вы только посмотрите, зомби едет на каком-то страусе. Вы это видели, ребята? Вы только посмотрите. Надо поставить бомбу-вонючку туда. Так, отличненько. Так, все отлично, все круто, все круто. О, ребята, он летает, а как же его убить-то, а? Ребята, о, зомби-вонючка, этот убился на зомби-вонючке.
Ребята, как же его убить? Давайте вот так вот. О, отлично, вот так вот мы его убили. А, этим пулеметной стрелой, ребята, пулеметной лентой. Мы его все-таки, ребятки, замочили. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте дальше переходить вот такую вот штучку и посмотреть, что у нас здесь, ребяточки, дальше. Так, 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 так. Стой, 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 стой. Ой-ой-ой-ой-ой, вай-вай-вай. Ребяточки, вы только посмотрите, давайте бомбу-вонючку поставим. Давайте поставим второй горохострел. Давайте ежика, наверное, поставим. Ну что же это такое-то? О, ежик новый, ребята, вы видели, что новый ежик может? Ребяточки, вы только гляньте, что может новый ежик. Так, отличненько, отличненько. Так, давайте новый ежик поставим сюда. Все, отличненько, ребятки, все у нас получается вроде бы проходить. Вы только посмотрите, как мы круто их уничтожаем, этих всех. Так, 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 меня пока еще не заморозили, я пока еще живой, так сказать. Так, сюда надо поставить, пускай горохострел стреляет потихонечку и бомбу-вонючку, наверное. Все, ребяточки, его уничтожили, и таким образом, ребятки, сейчас будет вторая волна зомби, нужно аккуратными быть, ребяточки, и более бдительными, потому что вы видите, что творится, я и сам не мог себе представить, что будет, так сказать, такое. Так, отлично, отлично, отлично. Отлично, дорогие друзья. Так, 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 давайте этим дадим бомбу-вонючку, пускай сразу давятся нею. Так, сюда мы ставим, ребятки, вот такую вот колючку, которая сразу уничтожит по всем фронтам зомбикам. Так, забираем, ребятки, наши солнышки и продолжаем нашу борьбу за справедливость. Так, сюда, ребятки, ставим колючку, сюда ставим, ребяточки, орех, который не будет, ребятки, мешать моим зомбакам. Так, все, ребяточки, так, ну что, давайте еще бомбу-вонючку поставим, кому-то может пригодиться. Пускай съедят ее и уже потихоньку погибают. Так, ну что ж, дорогие друзья, ну что ж, последняя волна зомби предупреждает меня компьютер. И мне, ребятки, надо будет сосредоточить сейчас все свои силы на последней волне, ребята. Ну что ж, давайте будем стрелять в последнюю волну. Так, ну что ж, драка у нас из пулеметов получилась довольно-таки крутая. Давайте вторую драку. Все, ребяточки, самых главных мы, так сказать, ребяточки, убили. Нам осталось, ребятки, только сделать вот такой вот шажок, вот сюда вот поставить, чтобы эти убились, ежика поставить сюда. Все, ребяточки, отлично, 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 дорогие друзья. Ежик все-таки помог, видите, помог нам отлично справиться с этим заданием. И второй ежик, ребята, у нас стоит здесь. Все, ребяточки, отличненько, остался один зомбачок, которого мы сейчас с вами уничтожим. Так, ну что ж, поехали. Круто, 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 все круто, ребяточки. Так, отличненько, дорогие друзья, и мы с легкостью с вами прошли этот уровень, и это просто, ребятки, замечательно, я вам хочу сказать. Так, ну что ж, дорогие друзья, пойдем в наш сад, посмотрим, что у нас там творится. Так, ну что ж, садим, ребятки, сюда растение. Все, ребятки, давайте его польем с вами. Это бомба-пукалка, это бомба-вонючка, которую мы с вами на второй раз сможем апгрейдить, и у нас будет больше сил, ребятки, чтобы проходить эту замечательную игру и вообще играть в зомби-растения против 2. Против зомби-таков. Так, 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 так. Дорогие друзья, ну что ж, у нас 10 уровень открылся на очереди, ребятки. И, ребяточки, что я вам хочу сказать, что этот выпуск, ребятки, подошел к концу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Юра, кто не знает. И вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Мы с вами сегодня играли в зомби против растений. В следующий раз мы будем продолжать играть в эту замечательную игру. Ребятки, подписываемся, ставим пальцы вверх, комментируем мои видосики. Пока-пока!